Всем привет! В ближайшее время в Marketplace появится обновление для одного из самых оригинальных клиентов в мире, для Твиттера. Называется он TweetIt. Создал его наш соотечественник Хамидов Тимур. Мало того, что у этого приложения очень оригинальный интерфейс, графическое оформление вообще выше всяких похвал, такого мы еще не видели нигде. Но с обновлением появится такая киллер-фича, которую мы не видели ни на одной платформе. Если, конечно, кто-то ее видел на другой платформе, пожалуйста, напишите в комментарии. Могу не настаивать на своем. Это расширенная реальность. Стоит всего лишь изменить одну опцию, как волшебным образом фоновое изображение на странице размещения твита поступает напрямую с вашей камеры. Это позволит ходить по улице и наблюдать одновременно за тем, что происходит, грубо говоря, у вас под ногами. Элементарно можно избежать спотыканий, падений, столкновений и всего остального. В принципе, это уже интерфейс будущего. Все скоро смогут скачать обновление для TweetIt из Marketplace с такой вот киллер-фичей. Ну а пока оставайтесь с нами, мы будем следить за развитием этой программы и вообще за новостями. Всего доброго, всего хорошего.